Министерство образования и науки пересматривает государственный образовательный стандарт. В ведомстве создана рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники Академии образования, заместители директоров по учебно-воспитательной работе, учителя-предметники. Основанием для пересмотра стандарта стали современные требования к системе образования, государственные и социальные заказы, отраженные в программе развития системы образования, требования рынка труда, соответствие международным документам, ратифицированным в Кыргызстане.